Книга «Открытым оком», тема «Царство небес, рай», том 4, вопрос 1311. «На суде Божьем каждому будет по делам его. За все спросится. Ответьте, пожалуйста, вы имеете веру, надежду спасти душу свою? И попутно изъясните» Евангелие от Матфея 16:25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Довериться Богу, значит ли это слушать свой внутренний голос? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Филиппийцам 3 глава 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Я надеюсь на милость Христову, но я не могу с такой же уверенностью сказать, как апостол Павел, 2 Тимофею 4:8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Или как протопоп Аввакум, который говорил родным, не хотевшим стягать его за тяжкий, как ему казалось, грех. «Если не будете наказывать меня, то не будете со мной в Царстве Небесном». Относительно своей участи он немало не сомневался. «Я человек страстный, увлекающийся, очень люблю эту жизнь, иногда действую в азарте, особенно в борьбе с врагами. Но я жил легко, искренне любил кающихся врагов, никогда не терял надежды на милость Божию и никогда не отчаивался. Я жил переполненный радостью, благодарностью Богу и думаю, зачем ему меня казнить, когда я его люблю, люблю искренне, самоотверженно, люблю слово его беспредельно. Вера моя не имеет границ, я с любовью взираю на Иисуса, распятого за мои грехи. Мне очень близка биография пророка Давида и раба Божия Моисея, что все в миниатюре отразилось на мне, что я и выразил в стихах. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мною Доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед Акриды, а штаб-квартирой избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивают у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду, я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда, мой труд, следы, читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу, со Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу». 28 мая 2002 год, Игнатий Лапкин. Внутренний голос далеко не всегда является голосом Божьим, и поэтому доверяться ему нужно очень осторожно. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Слушать голос Божий означает верить всему написанному в Библии, ибо Библия есть Слово Божие. Его голос. Книга притчей, 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их».